Йогай, с вами Шумики, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием The Tales of the Borderlands. Это у нас, по идее, уже четвертая глава из пяти. Начать эпизод четвертый. План побега Браво. Поехали. Скажу сразу, я немного заспойлерил себе концовку. В плане тут там, потому что там можно выбрать несколько концовок, всего концовок 6, если я не ошибаюсь. Самый мрачный момент в любой героической истории наступает тогда, когда все наконец начинаются идти своим чередом. Наши неудачливые герои обнаружили незаконный сверхъестественный проект, обреченный корпорацией Atlas, работа Гардис. Робота Гардис. Поиск недостающих компонентов робота как никогда приближали мечу хранилища. Даже несмотря на то, что наши бывшие менеджеры из среднего звена до сих пор представляют сумасшедший призрак прежнего Гипериона. К несчастью, любая мечта может быть быстро превращена в кошмар. Имя этому кошмару — Веллори. Но, к счастью, Веллори остановилась не так страшно, когда другой опасный противник неожиданно встает на вашу сторону. И теперь, при поддержке легендарного гладиатора сквозь леденящие земли с пустоши, наш герой продолжает поиски забытых садов Эдема. Там они нашли еще одну деталь робота Гардис, так же, как и последнего выжившего из списка гладиатора. Как только они собирались совершить свою месть, мешалась мошенница. И именно в этот момент Веллори решила нанести ответный удар. Без оружия и возможности сбежать мошенницы, служащие были вынуждены сдаваться. Теперь они работают на Веллори. И их первое задание, вероятно, станет их последним. Ну, короче, суть в том, что нам нужно теперь попасть на... А наверх, на космический корабль. На Гиперион. Нам нужно найти укрытие. Сейчас начнется метеоритный дождь. Ого, крутяк. Да, давай. Давайте так и поступим. Здоровая мысль. Ты задумалась? Потому что, похоже, что ты думаешь. Это его костюм. Я его где-то видела, но не могу вспомнить где. Да, да, понятно. Чего вообще этот хочет парень? Я все никак не могу понять. Это... Давайте так, ему нужно хранилище, думаю, это месть. Он мучает меня. Ему нужно хранилище, иначе он бы не стал собирать детали Гордис. Похоже, что все идиоты Мандор пытаются до него добраться. Но ты же не самоискательница хранилища, нет? Ты меня что, за идиотку считаешь? Ага, именно так. Мне кажется, что мы должны что-то сделать. Если мы убежим в город, то можно сможем... Так, не делай глупости, нам следует напасть на него. Не глупи, у него есть пушка. И что, очевидно, мы его зачем-то нужны, иначе он бы давно нас пристрелил. Да, последнее того, что ты постоянно получаешь по башке, заряд Этакс. Я попытаюсь сбежать, и тебе советую. Только запомни, беги зигзагом, ладно? Так, Эм, в тебе в труне. Что за бред? Это не бред. Это гениально. Итак, на счет три. Раз. Два. Три. Это что за чертовщина? Не знаю. Метеоритный дождь, бегом в укрытие. А, меня чуть не прибило. Нормально. Едва бежали. Что правда, то правда.
А это что? Эх, опять 25. Вы явно дали понять, что я не могу вам доверять. Значит, вы отдали Гордис. Ее у нас забрали. У тебя придвали пушку, Веллари. Это было реактивно, ясно? Причем очень тяжело даже для Веллари. Вон. Вон! Заткнись. Эй! Пристаньте, пожалуйста. Полегче. Слушаюсь, мэм. Извините, босс. Мы упустили задрота. Какой-то старый чудил со стороны прическа его забрал. Ничего страшного, у нас есть... Рыбка покрупнее. Успокойся, малышка. Не нужно переживать. Я отвечу за все ваши вопросы. Только, пожалуйста, пообещайте, что вы никогда никого не тронете. Разумеется, дорогуля. Я не трону тех, кто согласен сотрудничать. Ну блин, здесь на самом деле хер знает. Гордис, эй, посмотри на меня. Все будет хорошо. А теперь расскажи мне про хранилище путника. Хранилище путника постоянно перемещается по всем уголкам вселенной. А на одном месте оно может находиться не более пары минут. Но с моим улучшением, с маячком, который на Гелиосе, я смогу задержать хранилище в нужном месте, и вы можете забрать сокровище. Как выглядит этот маячок? Я не знаю. Но когда я его увижу, то сразу пойму, что это он. Так было с прошлым улучшением. Что ж, хорошие новости. Спасибо, Гордис. Пожалуйста. Я могу идти? Конечно. Видела бы тебя себе, Фиона. Ты так злишься из-за Афины. Ты чувствуешь себя виновной, потому что злишься? Не трогай ее. Афина была ни при чем. Куда они ее забрали? Этого не должно было случиться. Она была ни при чем. Она мешала мне хвастаться в вас. Так что очень даже при чем. А теперь слушай. В другой ситуации скаги бы уже жевали ваши гниющие трупы. Но у нас ситуация необычная. Последняя и нужная мне деталь находится на Гелиосе. А передо мной лежит пандорский мошенница из шестерка Гипериона. Лучшие помощники в поиске улучшения и придумать нельзя. У нее такой голос. Что скажешь? Дам подсказку. Правильный ответ. Мы согласны. Так, а нам какая-то выгода, она скажет, ну, я оставлю вас в живых на какой-то промежуток времени. Нам придется согласиться. А нам какая-то выгода? Какая выгода? Ну, для начала... Я перестану так делать. Достаточно ли продолжим переговоры? Эй! Ну, Фиона, твой ответ. Ладно, но часть добычи наша. Да, мы сделаем все, что захочешь. Прекрати, да, мы сделаем все, что... Прошу, только не трогай ее. Я рада, что мы договорились. Не нужно было этого делать. Тебе не стоило поддаваться. Замолчи. Да что с вами не так? У нас есть свои принципы. Сынок. Да? Будешь умницей и помоги им придумать план. Да, мэм. За дело.
Да, какая-то ситуация такая неловкая в основном подходит у нас. Говорю тебе, это невозможно. Мы не сможем это сделать. Сдаваться тоже нельзя, я погибну на всех, отличие от тебя. Так или иначе, мы придумаем, как это провернуть. Для начала, как мы будем это ведь не первое наше имя. Так. Так, я знаю, что нам нужно сделать. Ладно, ладно. Послушайте, обожаю. Я знаю, что нам нужно сделать. Благодарю. Итак, ребята, замес такой. Мы каким-то образом должны приобрести на Гелиос, смешаться с работниками Гипериона и найти маячок. Господи. Завтра отрывнулся. Извините, и при этом нас не должны заметить. Да ладно, дебил. Я это секунду 30 назад сказал. Все знают, что мы должны сделать, а вот как мы это сделаем? Ладно, ладно. Как твой живот, дружок? Вы же знаете, как это Ого, пришлось, это волшебник. Надо бы начать выпускать соусы со вкусом твоей отрыжки. Мы бы не помешали. Отрыжки. Я лучше промолчу. Оно ничего, ничего. Можешь ничего не говорить. Твои печальные глазки так и говорят. Жек, помоги мне. Как я знаю, что у нас есть разногласия, и я признаю, что мне не заступает. Блять, они болтают, и я перебиваю диалог. Что меня заносит, когда я не получаю желаемого. Но тебе не... Но, тем не менее, я предлагаю закрыть топор войны, дабы увеличить наши шансы на выживание. Согласен? Конечно, топор войны я зарою. Выкладываю же, устройствую топор уже себе в жопу. Вот в чем я веду. Нужен нам маячок валять у меня где-то на корабле. Прилетем туда, и миссия выполнена. Я просто не понимаю, как мы это провернем. Мне доставят маячок, и вы трупы. Ты не помогаешь. О, здорово. Капитан Очевидность хочет нам что-то предложить. Похоже, мы и вправду можем это провернуть. Если позволите, у меня есть информация. Полагаю, информация, которую я обладаю, вам пригодится. Маячок в кабинете красавчика Джека. Ну, гад, я не могу тебе верить. А давай проблему, умник. Пусть Гиперион. Хорошо. Эй, позови маленького робота. Послушай, у тебя есть доступ к картам? Конечно же. Просканируй кабинет красавчика Джека и посмотри, есть ли там твой маячок. Маячок найден. И у нас есть победитель. Выслала Ризу координаты. Ну-ка посмотрим, что там у нас. Увеличить. А, у тебя, значит, можно сделать так? А как это? Весь этот сектор наверняка кишит охраной. И почему ты не уверен, что мы сможем туда проникнуть? Черт, а сколько людей нужно убить, чтобы заполучить такой кабинет? Миллиарды. И так ты, мы говорили о Джеке. Это очень похоже на него. Учти, чтобы это место охранять лазерами, капканы, ловушками. А, информация. Туры. Я понимаю, что вы напуганы, но мне это ведь тоже страшно. Но если вы будете работать вместе, то у нас получится. Класс. Я в деле. Не знаю, как мы это сделаем. Мы будем работать сообща, вот так. Тогда нам, надеюсь, у тебя чертовски есть план. О, да, он убийственный. Узрите! Гелиос. Ага. А как мы туда проникнем? Ну, Гелиос в космосе, так что, очевидно, мы понадобится космический корабль. Они просто так на дороге не валяются. А что насчет скутера? Он сказал, что мы можем обращаться к нему за помощью. Сейчас подгоним к ракету, мисс. Затем мы улетаем на Гелиос. Прощай, Пандора. Перед тем, как мы проникнем, я расскажу и Мите, что мы тут... А в чем бы и не... Чем меньше она знает, тем лучше для нее.
Ивета, мы вернулись. Awesome, Риз. Круто, Риз. Ты настоящий герой. Я скажу охране, что они тебя не пропустили. Вольно, солдаты. Затем я отключу систему безопасности. Ты крут. Да, я просто бог в пилоте. Во плоти. А ты, Фиона, отведешь Сашу и Гертас в центр Гериуса. На Гелиусе кабинета Джека привели в музей. Что-то вроде святыни. Даже у вас, кажется, нет к нему доступа. Попасть туда можно только с помощью VIP-тура. Сейчас новые экскурсоводы. Оттуда мы попадем в кабинет Джека, где я... О, погоди. Без меня у вас ничего не выйдет. Когда мы попадем внутрь, Гортис обнаружит деталь. Ого, как здесь просторно. Прошу, сюда. И победитель наконец-то и получит. Говорили же, убийственный план. Минуточку. Как ты вообще это проведешь? Теперь он только... Тогда мне следует проникнуть к кем-то другим. Ну и напоследок... Я надену Васкеровку. Рискес. Джек внутри Риза, который внутри Васкеса. Но Киперонцы хотят доказательства того, что Риз мертв. Мы исследуем тело Васкеса. Они заметят разницу. А это может сработать. Итак, нам осталось рассказать этот план Валери. Они согласятся. И отвезти меня в старую... Это... Так... Скажу, так, минуточку. А как ты узнал, что деталь в кабинете Джека? Не говори им, принцесса. Они всю же миссию в унитаз моют. Просто непонятно, откуда ты это узнал. Я просканировал файлы, сохраненные в памяти. Но мне кажется, если я скажу про Джека... Будет довольно херово. Мне в голове засел. Ну, блин, ну ты херово, если я скажу. Ах, правда или ложь? Давайте скажем правду. Хотя... Блин, я не знаю, ладно. Не делай это! You'll only make things way worse. Ладно, окей, ладно. Итак, команда, готовьтесь. Prepare to have your minds blown. Прямо сейчас я вынесу вам мозг. Handsome Jack is in my... У меня в голове засел красавчик Джек. Да ты, ё-моё! Так, сестры не забудут это. Позвольте мне объяснить. Вставив Накаяма, я в порт своей головы, я случайно просто загрузил Эдди Джека и в свой мозг. Но все нормально, все в порядок, у меня все под контролем. Чего? Этот маяк все это время находился у тебя в голове, а ты нам не сказал? Ну ты и скотина. А мы-то считали август мразь. Так, а если Джек и правда у тебя в голове, то я хочу с ним поговорить. Поделись с ним мыслями, так сказать. Ага, сейчас. Они говорили только со мной. Ого, как удобно. Ох, как замечательно. Все пошло, даже твой дружок-дебил спрятался бы лучше. Но что будет дальше? И так знаю, скучается... Так, стукаю я сам по себе. Остроумно. Погоди, тогда, когда ты упал с балкона, это было из-за Джека? А я-то думал, что мы друзья. Да камон. Я их из трех любил, говорил. Ну я же говорил. О, здорово, правда? Простите меня, ладно? Я должен был рассказывать об этом раньше. Думаешь? Да что с тобой не так? Я уяснил, я облажался. Хочу прояснить, ради справедливости, у тебя надоело быть лживым мразью, поэтому ты решил поделиться с этим очень важной информацией сейчас? Да как-то так. Даже если бы мы смогли доверить... Как мы можем доверять тебе? Только не ври.
Я могу контролировать его. Джек знает Гиперион. Это прозвучит довольно странно, но я могу контролировать. Он не сможет повредить нам, даже если захочет. Вы просто что? Вы про что, блядь? Просто. Как медленно все. Итак, Валария введет... Так, одобрила план. Рис поедет с Феннес и Гарнес, а все остальные отправляются в столовую лощину на... за кораблем. За работу. Окей. Ну, я, в принципе, сделал... Ну, у меня был шанс соврать, но потом сказали, в смысле у тебя в голове был пацан Джек, но нам ничего не говорил? Август. Стереги Гордис. А я буду по всем скучать. Поспешите. Мне не нравится становиться наедине с этой штуковиной. Но я ведь тебя обожаю! Эй, ты так, придумала, что сказать Скутеру? Потому что в последний раз мы развели его на нехилую сумму. Возможно, он зол у нас. К тому же я слышал, так, все будет нормально. Так, мы будем честны. Просто говори правду. Мы ему нравимся, да, и он вроде нормальный парень. Да, к тому же, он не отказывается от возможности сотрудничать, чтобы что-то там... Ха! Чтоб я провалился, да это же Фиона из своим... прикиди, и не уступаюсь самой письменной красавице. И решили проведать своего старого спонсора? Ну и как гонки? Так мы тоже рады тебя видеть. Подожди, гонки. А гонки были или нет? А зачем нам нужна была вообще машина? Мы солгали про гонки. На гонках все очень круто. Бля, так... Не, но мы были на гонках, алло. Так, я знаю, что вы любите гонять с ветерком, ха-ха. Но вы не подумайте, что я хотел сказать, что вы... Ветреная женщина или черт. Просто гонки у нас в крови, вот что я имел в виду. Все, я замолк. В общем, мы солгали насчет того, что мы гонщицы. Разве что однажды мы случайно попали на смертельные роли. Нам просто нужно было починить каравен. Это был вопрос жизни или смерти. Прости. Вот это поворот. Ой, да, ладно, девочки, я знаю, что вы не гонщица, но по вам было видно, что вы добрая девушка, а я никогда не упускаю возможность помочь двум дамам, особенно если устечь, что в одной из них встретил скопу уши, и я не скажу в какую, именно даже если под делом пистолета. Фиона, черт! Чем могу служить? Давай нагоним на порт Гипериона. Мы отправляемся в космос. Скутер? Мы отправляемся в космос. Чё? Обожаю космос! Космос — моя самая любимая вещь после того грузчика и долгих зрительных контрактов. Все это, конечно, круто, но есть одна проблема. Финансировка. Это вовсе не проблема. Валари даст нам все необходимое средство, чтобы мы добрались до Гелиоса. А понять не примет половину, из которого ты сказала. За дело. Погодите, когда я сказал, что у нас лишь одна проблема, я имел в виду, что проблемы две. Вот какая ботва. Я разбираюсь в машинах и двигателях, а вот в ракетах совсем ничего не шарю. Это моя коллега знает ракеты, как и никогда кто другой, только вот она немного не в себе. О нет.
Жизнь вся такая с тех пор, как я услышал, что в пустоши произошла стычка между искательным хранилищем, а Афина давненько не выходила на связь, так что она... сообразила, что к чему. Сейчас она в нас... так, на сорене занимается. Тебе следует поговорить с ней, Фи. Ты ведь последняя, кто видела Афину. Ага. Нам нужна твоя помощь, лучше не начинай с этого. Классный байк. Hi, Janie. Привет, Дженни. Hi. Здравствуйте, девочки в шляпе. Афина не из тех, кто занимается доставками, она солгала. А ты ее прикрыла. Я хотела ей верить, и верила. Только вот она забыла выключить свое эхо после нашего последнего разговора. Я слышал ваш разговор. Ее эхо отключился после начала перестрелки. Я не могу, что она так делала. Почему она лгала мне? Мне нужны ответы. Так она готовила меня. Все это моя вина. Why would she lie to me like that? Why would she leave? She was training. Она готовила меня. For what? К чему? To be a vault hunter. Мне предстоит стать искателем хранилища. Она рисковала жизнью ради самой себя, и она учила меня выживать. She wouldn't do something like that. Но она была стала это делать из доброты душевной. Наш старый друг нанял ее. Yeah? Да. And where's he? И где же он? Oh hell. Вот черт. Афина. А что именно с ней произошло? Я никогда не видела, чтобы Афина уступала в бою. Как ее схватили? Так, она спасла меня. Два искателя хранилища напали на нее. Как их звали? Брик и Мордекай. Она бы победила их, не напади на нее Валери. Брик. Мордекай. Я запомню. Ха-ха, я немного не к месту, но мне нужно спросить. Эти милые дамы хотят, чтобы мы соорудили для них ракету? Что скажешь? Не знаю, что если нужно. Да, конечно, есть. Ну же, тебе предстоит. Я хочу узнать еще кое-что. А уж потом подумаю насчет ракеты. Она говорила что-нибудь обо мне, перед тем, как ее схватили. Да, говорила. Так у нее не было. Sometimes I didn't even know if she liked me. She told me to. Она попросила мне кое-что передать. Она сказала, что любит тебя. She said she loves you. She did? Правда? I. Я. О божечки. Goodness. Okay. Ого. Oh. Wow. Young lady. Юная леди. Будет вам ракета. And once I'm done building, I'm going to grab every gun I can carry. То запущу. Блять, чё? Так, то запасусь пушками, отправляюсь спасать свою девушку, и когда закончу, то заженю ее до смерти. Заженю. Я в деле. Я смогу соорудить вам корабль, который найдется за пределами атмосферы, но на борту вам понадобится маховик взорвался. Вот черт, это задание под... так, стать скутером. А уже если это... так... так, это слишком опасно. Ты и так слишком много для нас сделал. Бортмехаником. Это просто вау. Но ты и так слишком много порком. Так, один из вас согласился, так что приступаю. Оу! На борт, космического борта. А, братва. Так, уже лучше я проведу с ним лишние пару часов, чем застряну в космосе с... сломанным двигателем. Пожалуй, ты права. Ладно. Так, окей. Хейвен. О, я помню эту локацию из второй части. Так, план таков. Мистер Светловая Голова идет и ищет тело. Oh!
okay, да, понял, я понял. Off you go. Ну так иди. Ладно, Рис, просто находи труп Васкиса, возвращайтесь и... Стараешься не обделаться. Похоже, я не обделался. Ага, похоже, не обделался, не выйдет. Найдите тело вас. Ладно, давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Я вижу там скаков, блять, это херово. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.